Мистера потому, что уволили с поста министра труда и социальной защиты. Серика Абдинова освободили с должности накануне. Такой приказ подписал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. И уже сегодня стало ясно, что уже экс-министр может отправиться в регионы. Эксперты считают, что Абдинов больше будет полезен именно в периферии. А вот карагандинцы с мнением президента страны согласны. Они считают, что увольнение – правильное решение главы государства. Образование общества, ориентированного на соответствующий вклад в экономику. Самый молодой и эпатажный министр Казахстана Серик Абдинов был у руля ведомства чуть больше года. За это время он успел стать народным любимчиком и звездой интернета. Его «потому что» стало самой удачной цитатой Казнета. Потому что, уважаемые земляки, потому что. После триумфа в интернете Серик Абдинов вмиг стал популярным. Блогеры придумывали карикатуры, другие интернет-пользователи просили понять и простить его, а общественники и вовсе закидали министра яйцами. Справедливость – это всегда важный фактор. И вот накануне сенсационная новость пришла из-за Курды. Там президент Казахстана подписал указ об освобождении от должности министра Абдинова. С решением президента были согласны многие. Да, как вы будете? Мне все равно. Так надо было, наверное. Ну, это политика, это решение президента, поэтому я думаю, что не подлежит обсуждению. Экс-министр без работы не останется, это точно. Скорее всего, он отправится в регионы. Напомним, до поста главы Министерства труда и соцзащиты Абдинов занимал должность замакима Восточно-Казахстанской области. Нового министра пока не назначили. Ведомством временно заведует вице-министр Тамара Дюсенова. Анвар Шаликенов, Тулеген Рашитов, Первый Карагандинский.